Мы приглашаемся боксеры 13-й пары. Весовая категория на 80-1 килограмма. Финал. Красного угла Алексей Лебедев, Центр физической культуры и спорта и здоровья Шуминского района. Синим Никита Лебедев, школа Олимпийские надежды. Нет, нет, нет.
Синего гуринга Никита Левин, кандидат мастера спорта России из школы Олимпийские надежды. Он 2003 года рождения, провел 69 боев, 65 одержал победу.